В эфире телеканала «Кустанай», передача «Талант Тайм». Меня зовут Маргарита Иванова. Здравствуйте. Это прямой эфир, номер студии 543904. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, слушаем вас. К сожалению, у нас нет звонка, но номер я вам все равно напоминаю еще раз. 543904. Перед вами сейчас 15 ячеек. Они самые разные. Тут и зарубежные, и российские, и наши отечественные. Музыка из фильмов. В общем, ваша задача – будьте активными, звонить, отгадывать и выигрывать. Наша игра начинается прямо сейчас. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, говорите. Да-да. Как вас зовут? Шулдос. Очень приятно. Выбирайте ячейку. Какой номер? 14. 14. Давайте. Итак, это у нас хиты. Давайте прослушаем, ну а потом уже будем анализировать. Внимание! Итак, есть ли какой-то вариант ответа? Не подскажете? Что? Что-то ничего нет. Ну, давайте начнем подсказок в таком случае. Это наш кустанаец. Он родом с нашего города. Активно выпускает самые разные музыкальные альбомы. Ему примерно 50 лет. И зовут его... Как? Коза? Нет. Вы что-то затрудняете. Еще раз прослушаем? Да-да. Давайте, будьте внимательны. Ну что? Не подскажете песню? Ну, я уже много подсказала. Но единственное, могу добавить букву в первую фамилию. Буква К. Кустанаец. Плюс-минус 50 лет. Активно выпускает альбомы. Дает интервью. И фамилия на букву К. Мужчина, да? Ну, конечно, мужчина. Итак, 3, 2. Не могу сказать. К сожалению, у нас нет правильного ответа, но вы не расстраивайтесь. В следующий раз мы вас будем не в нашей студии. А кто, благодаря моим подсказкам, смог уже догадаться, о ком идет речь, звоните прямо сейчас 543904, код города 8742. Ну а прямо сейчас музыкальная композиция. Оставайтесь на нашем канале. Thank you.
сезесің, жаным соны сеземіз. Сеземісің жүрегімнің, сен деп соғары. Түсімде бес өмімдесің, көңілімнің төріндесің. Өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бақытым болған жаным. Мөлдірімсің, кәусірімсің, балдәуренім, балшағымсың. Орындалсын жаным қалауы. Бәрде бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ажырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасып. Ешқашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрде бәрі Сам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге өзіңе жазған әнімді сам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. Бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған Ну что, наш эфир продолжается. Прямо сейчас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Афель. Очень приятно. Выбирать ячейку. Давайте соединить, начнем. Номер 7. Нет. А какой? Один. Один. Давайте. Итак, у нас категория хиты. Давайте слушать. Внимание.
Ну, что скажете? Это российский исполнитель, да? Да, и не один. Тут у нас целый дуэт. Это из молодых или из, как бы, взрослых? Вот самый главный вопрос. Одному 18, а другому почти 50. Ну, этот, наверное, Филипп Киркоров или как его, Даня? Так, вот насчет Дани давайте остановимся. Это Даня, да, Даня Милохин, но не Киркоров рядом с ним, а кто может быть? Басков, наверное, тогда. Николай Басков. Песню знаете? Ой, не знаю даже. Ну, давайте посмотрим и узнаем вместе. Ну что, первый правильный ответ есть, я вас поздравляю, двигаемся дальше, выбирайте. Ну, давайте по очереди два. Номер два. Ну что, популярные песни? Вы вообще современной эстрадой как дружите? Ну, слушаю, но не так уж. Новую школу рэпа нет, не знаете? Ну, не знаю, так, может быть, где-то слышала. Так. Кто-то на слуху может есть? Ну, давайте попробуем послушать. Внимание. Ну, что скажете? Про тачку поет, как его? Вспоминаю. А, про Мерина. Мерин что-то такое. Так. Вроде бы, да? А зовут его как? Исполнителя. Наверное, не знаю, не могу сказать. Но песню вы все равно узнали, поэтому я вам засчитаю этот ответ. Внимание на экран. Больше нету слов, больше нету слов, знаешь почему? Алишер Моргенштерн его зовут, я засчитываю этот ответ. И последняя ячейка, выбирайте. Ну давайте тройку. Номер три, все по порядку у нас сегодня. Итак, любимая песня, везет вам сегодня прям на молодежь, давайте слушать. Итак, что-то слышали слышала, это? Слышала что-то где-то, там. Не помню. Просто с детьми тут шумно, не толком не расслышала. Можно еще раз? Еще раз, конечно, слушаем. Итак. Ну, это там.
все мужики поют. Так, все мужчины, уже хорошо. Да, но у нас остается тематика с прошлой ячейки, да, то есть это рэперы однозначно, и тоже про машину, а вот кто именно? Давайте, хотя бы пару имен. Сейчас, мотив сейчас. Ну, вы их по-любому знаете, это уже не такие прям новенькие, да, как Алишер, например, это уже такие... возрастные товарищи. Ну, я там помню клип такой где-то, если я ошибаюсь. Сейчас вспомню. Хотя бы одного давайте вспомним из этой троицы. Сейчас, по-моему, там Крид был. Егор Крид. Замечательно. Да? Конечно. И? Дальше. Так. На букву «Т». Рэпер Т. Тимати? Тимати. И на букву Д? Д. Ну, такой большой-большой, накачанный. Джи? Джиган. Джиган. Смотрим на экран. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бэйби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бэйби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но... Ну что, совместными усилиями у нас есть уже первый победитель. Мы вас поздравляем, желаем хорошего дня, отличного настроения. И почаще звоните к нам в студию, отгадывайте и, конечно же, выигрывайте. Ага, спасибо, до свидания. До свидания. Наш эфир продолжается. Номер студии 54-39-04, код города 8-714-2. Еще очень много ячеек и разных исполнителей. Ваша задача звонить, отгадывать и выигрывать. Я жду именно вас. Ну, а прямо сейчас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Мирас, как настроение? Да, хорошо, рада вас слышать. Я тоже вас рада слышать. Давно я не выходила на Талантак. Соскучилась за вами. Почему не выходили? Ну вот Настенька у нас выходит на Талантайм, а я на то болтаны. Иногда меняемся, как сегодня. Давайте выбирать ячейку. Давай шестой. Шестой? Да. Давайте. Итак, популярные песни. Внимание, слушаем. Итак, какие есть варианты у Мираса? Русский, да? Зарубежная эстрада, сразу говорю. Английский, да? На английском языке песня. Не Леди Гага? Нет. Нет, да? Девушка на букву Р. Раяна? Как? Риана, да? Рианна, все правильно, смотрим на экран. Ну что, я вас поздравляю, начало очень хорошее, двигаемся дальше, убирайте. Пятый. Номер пять. Итак, хиты, давайте слушать, внимание.
Слышали такую песню? Ну, мотив знакомый, очень знакомый. Так. Мужчина поет, да? Нет, женщина. Женщина поет. Ну, этот, может быть, ретро песни походит, да? Нет, вот она именно хиты, она только появилась недавно. Так, 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 так. Это молодая женщина, да? Ну, лет 40 уже есть. Она КВНщица, там, Comedy Woman, вот это вот все. Так, 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 так. Так. Можно и тут это... решила запеть еще. Ну, можно еще этот, первый букву узнать имени? Имени или лучше вам песню подсказать? Как имени. Вы считаете? Имени. Буква М. Марина, да? Марина, отлично. Да. И? Ну, там песня, ну, я совсем этот, не знаю, но похоже про песню «Любовь». «Любовь», правильно? Да, да. «Love Story». Принимаем, да. Смотрим. Мне ночью снятся пальмы и море, и наша сладкая лавстория. И пусть трещит мир по швам, я все, что хочешь, отдам за то, что сказочно было нам. И пусть трещит мир по швам, я все, что хочешь, отдам за то, что сказочно было нам. Опять же, кого только нет в этом клипе, да? И Наташа Королева, и... Тарзан, и Николай Цискоридзе, Николай Басков. Полный да, все, комплект. Все звезды есть. Все звезды, да. Два да. правильных ответа у вас. Двигаемся дальше, выбираем. Да, по порядку, седьмой. Номер семь. Да. Итак, любимые песни. Тут будем вспоминать, ну, конец 90-х, начало нулевых. Внимание, слушаем. Итак. Эта песня тоже знакомая. Группа поет, да? Нет. Нет, нет, нет. Один парень. Один парень, да? Да. Так. Он был очень популярный в 90-е. Очень. Он сейчас поет, да? Сейчас. Нет, он сейчас уже не поет. Но вот его песни до сих пор играют. Можно знать первые буквы имени? Имя? Буква да, да, да. А. Так, 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 так. Вот сейчас среди молодых есть Слава Марлоу. И его часто сравнивают внешне вот с этим исполнителем. Говорят, что они очень похожи. Можно первый раз еще раз услышать песню? Еще раз услышать, конечно, да. Внимание. Ну, давайте, Мирас, я в вас верю. Давайте. Ну, так. Ну, кто был в 90-е? Давайте вспоминать. Ну. Мы ну, уже поняли, так. Что это не группа, значит, это не Иванушки, не Руки Вверх, не кто там, Шура был в 90-е. Нет. А вот он такой темненький, худенький. Это уже потом стали появляться там Дима Билан, Сергей Лазарев. А тогда он был такой один. Это не Ако, там Арских нету, да, там? Что-что? Арских это не, да? Нет, да? Нет, нет, нет. Ой, так, так, так. И поет он про девушек, как звезды, которые. Ну-ка.
Так. Ну, нету, не знаю. И подсказать некому? Да, не знаю. Совсем этот... Ну, не расстраивайтесь. В следующий раз вы обязательно выиграете. Я вам этого искренне желаю. А сейчас у нас эта ячейка остается неоткрытой, неузнанной. Поэтому, кто узнал этого исполнителя, звоните прямо сейчас. 543904, код города 87142. Ну, а прямо сейчас музыкальная композиция. Есім кетті, өмірім де өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бер, таныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бірін жарар кез келді. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Мен ғашықпын, менің сорым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру, қос жүректің ерлігі. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Что продолжается наш эфир. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля? Да, я. Что-то вы сегодня прям наконец. Почему? Ну, не могла дозвониться. Да? Да. Но я рада, что вы все-таки смогли пробиться, дозвонились. Я тоже рада. И будете сейчас отгадывать, я надеюсь, что даже выигрывать. Ну, я тоже на это надеюсь. Давайте седьмую ячейку сразу скажу ответ. Андрей Губин, девушки. Ну, вы прям всю интригу. А как же, да. Послушать, подумать, варианты. А что думать, если я знаю? Андрей Губин, конечно же. Смотрим на экран. Внимание. Какие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды. Такие девушки, как звезды, что светят. А вот чисто по мелодии вы бы отгадали без подсказок моих?
Угадала бы. Ну, тогда уверенно засчитываем. Я слушала его песни постоянно раньше. Все отлично. Засчитываем вам этот ответ. Он, конечно же, правильный. Двигаемся дальше. Выбирайте. Восьмую. Номер 8. Итак, ретро-песни 90-е не отступают. Давайте слушать. Ну что, Юль? Это песня 90-х, да? Да. Я даже называла их, когда вот Мирасу перечисляла, что не этот, и не этот, и не этот. Вот я их назвала уже сегодня. Группа исполняет, да, это? Группа. Группа. Руки вверх? Нет. Иванушки? Иванушки. Угу. А песня? А вот песня какая? Давайте песня подумаем. Песня какая? Так. «Реви», «Беги» у них там есть песня, потом... Не там. «Билетик в кино», «Куклы». Не это, не это, не это. Ага, что там у них еще? «Колечко» песня у них есть. Даже мимо. Вот у нас, видите, весна в этом году никак не приходит, а вообще скоро бы уже это пошло и даже дарили бы. Сирень. Букет? Букет сирени. Букет сирени. Да, 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 да. Смотрим. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Ну что, два правильных ответа, я вас поздравляю. Давайте последний шаг. Давайте 12-ю. Номер 12. Да. Итак, популярные песни. Внимание, слушаем. Ну что? Эту песню исполняет Александр Маршал. Песня называется «Ливень». Но только здесь она уже ремикс переделана. Да, да, я узнала ее тоже. Ну давайте проверять ваши знания. Внимание. Да. Конечно же, это правильный ответ. И у нас есть еще один победитель. Юля, мы вас поздравляем. Звоните к нам почаще, радуйте нас и обязательно выигрывайте. Ну, а кто хочет повышать свою музыкальную грамотность, вы всегда можете включить этот выпуск передачи и все другие на нашем официальном сайте kosnet.tv.kz. Мы есть на YouTube-канале и, конечно же, во всех популярных социальных сетях. Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Подписывайтесь, будьте в курсе всех последних событий. Ну, а прямо сейчас музыкальная композиция. Жүрегім сені іздеген.
махаббат әлемі бізге сыр шерткен екімізге тағдыр бақыт нұрын сепкен жүрегімді тек жаулап алдың өзің жүрегімді арба алдың жаңа жағарды сүйем деген сөзің тәттісің-ай тәттісің-ай сен деп көңілім қуана береді жаным саған шын ғашықпын сезім шынайы байлап алдың мені тәттісің-ай тәттісің-ай жақсы көрем, бізге қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем маған қолыңды бер 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 жаным кел кел жақсы көрем, бізге қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем менің сөзіме сен 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 ұшайық бірге бақытшымның жол ашады екеумізге сен ғашықсың маған ғашықпын мен де бозалмайды біздің жолды ендештеме жүрегімді тек жаулап алдың өзің жүрегімді арбап алдың жаңа жағады сүйем деген сөзің тәттісің-ай тәттісің-ай сен деп көңілім қуана береді жаным саған шын ғашықпын сезім шынайы байлап алдым мені тәттісің-ай тәттісің-ай кел кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем маған қолыңды бер 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 жаным кел кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем менің сөзіме сен 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 жағады сүйем деген сөз тәттісің-ай тәттісің-ай кел кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем маған қолыңды бер 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 жаным кел кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сен деп уәдемді берем менің сөзіме сен 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 Ну и на сегодня все. Это была передача «Талант Тайм» на телеканале «Кустанай». До встречи в эфире вашего любимого телеканала.